Сегодня у нас 5 июля, утро, еще до завтрака, время 7 час. Так ты надо перчатки-то взять, что ты стоишь? Вот место. На, перчатку. Смотри, там переполнится у тебя сейчас. Вот сейчас натаскали на кухню воды все вместе. Вот место заливает в бутылки, это у нас для полива. Вот, а ребята таскают дрова на кухню. Фрося, те не трогай пока. А, ты толстый туда складываешь? Или сюда ты решила складывать? А туда натаскали уже? Туда? Я же сказал туда таскать-то, на кухню. Я не знаю, я сказал сюда. Нет, я на кухне говорю. Там еще натаскано. Натаскано? Почти. Можно больше сюда. Да, можно больше. Только этот толстый здесь старайся оставлять, а тонкий все туда. Потоньше. Так, аккуратнее, помногу не таскай только его. Вот. Толстый здесь оставляй, да, а тонкий туда все на кухню. Вот у нас приехали Лёва и Тимофей. Вот он. Так, все, хватит, много не надо ему, а то тяжело будет, смотри. О, старается, Владимир Юрьевич подает им. Сколько там еще вести? Все, последний хватит. Полина, не надо много. Все, иди. Вот, старается. Сегодня мы с утра уже, ребята, Тимофей и Лёва заучили, что есть 4 евангелиста. Все, хватит. Лёва, все, иди. Давай. Не усердствуй сильно. Ты нам еще нужен, как работник. Так, Лёва, какие у нас евангелисты есть? Больше дают, ну как так? Так, евангелисты. Первый евангелист. Ты неси, и говори. Матфей. Марк, Лука и... О, Лёва, Тимоха. И? Иван. А как по... Лёва. Иоанн. Надо повторять. Матфей. Вот таскаешь дрова и повторяй. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Тогда забывать не будешь уже. Вот. Сейчас, подожди, там не клади. Матфей, сейчас просил. Вот сюда тащи, сюда неси, затаскивай. Если там это, Фроси нету, тогда сюда затаскивай. Вот, подавай ей. Вот Фроси. Угу. Аккуратнее, Фроси, ты неправильно стала брать. Так дрова не берут. Понемножку бери у него из рук и все. Так не надо брать. Вот, выходи. Ну, он туда в поленце положи. Вот тут у нас дрова. Это запас, чтобы можно было подкидывать. Здесь вот подпирается. Вот это железки сейчас убрали, чтобы не споткнуться. Вот сестры готовят. Без еды мы не сможем ничего сделать. Не поработать ничего. Вот рыжая. Она ночное дежурство у нее было сегодня. Мышек ловила, возможно. Ну вот так вот, слава богу за все. Все везде движется. Поезд он движется. Не видно идет. Тут недавно ремонтировали пути там. Убирали деревянные шпалы и стали бетонные. Ну, довольные такие ходят, трудятся. Нестор, так у тебя еще есть, да, еще залик есть? Ну, все так, слава Богу за все. Аллилуйя.